Спрашивают про Масю. Вот Мася. Вот она. Вот она, злая. Злая. Нечисть лютая. Вон она как смотрит. Ща набросится. Ща порвет. Всех. Я сама испугалась этого упавшего снега. Вон рядом несчастный плененный Мазурик. А еще чуть дальше несчастная плененная малышка. Но самое главное — это Мася. Вот такая Мася. Мася сейчас боится людей. То есть к ней подойти близко очень трудно. Если я подойду еще ближе, наверное, она побежит. Но я все-таки это сделаю, потому что у меня нет фотографии Маси. А Мася стала такой жирненькой, большой, широкой. Ну, нет, она не гонялась, не гуляла с Мазуриком. Вы не подумайте, она слишком злая для такого. Ей нужен суровый самец Талая. Такие все сонные, помятые зайцы после ночи. Ой, такая мокренькая, красивая малышечка. И злая, суровая Мася. Так, я смогу еще ближе подкрасться. Фиг вам. Все, сбежали. Ну вот я ее сняла, она в порядке, все с ней хорошо. Еще один неопознанный заяц. Здрасте. Это новый вид зайца. Как назовешься? Там Лепус Тимидус, Лепус Талай. Ну давай вот второе. Лепус Тимидус — это беляк, Лепус Талай — это Талай. А ты кто? А я... Не знаю, какой-нибудь новый, которому еще не придумали даже название. Ну ладно, я... Да, попросим подписчиков, голосуем. Лерус там. Подожди, Лерус — это у нас тушканчики. Валера. А, точно, Валера не тушканчик. А я забыла кличку самки. Зим-зимка. Пока подписчики придумают тогда реально, как назовем новый вид зайца. Хорошо. Какая она красивая. Если что, я перевела камеру на малышку. Хорошо. Оп, ладно.